К сожалению, друзья, в Щелдволе пока всего лишь 3 уровня, но мне мало, понимаете, я хочу больше подобного. Поэтому сразу вспоминается игра формата, которая сделана тем же человеком, что и Щелдвол. Меня зовут Перпетум или же Александр, всем доброго времени суток. Сегодня мы будем создавать войско в игре, которая называется формата. И если вам понравится ролик или вы захотите меня поддержать, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Ну а я начинаю с 1 уровня. Давненько я не играл в формату, действительно очень давно, наверное, уже 3 года как. А повыходили новые левелы, короче, на все это по-любому нужно посмотреть. Итак, вот наша база, я думаю, все вы с форматой знакомы, а если нет, то мы здесь создаем войско и захватываем вражеские базы. Вот одна вражеская база, вот вторая, есть несколько точек, на которых мы сможем добывать ресурсы, поэтому давайте-ка я сразу создам небольшой отряд, ну, например, человек из 10, и отправлю его на одну из точек. Так, бойцы, давайте-ка сначала на 7-ю точку. Хотя и та 7-я. А что значит 7, я не знаю, короче, мы отправили туда бойцов. Правда, они передвигаются очень медленно порой. Но, тем не менее, мне нужно создать еще один отряд, а боец стоит 40 ресурсов, офигеть. Ну ладно, сделаем небольшой мини-отряд, просто для того, чтобы захватить следующую точку. Дружище, за мной! В бой! Мы должны получать все ресурсы. Враги пока вроде ничего не предпринимают, у них ворота открыты, они не думают ничего делать. Ну хорошо, может быть они просто медленно идут, как я сейчас. Жаль, бегать бесконечно тут нельзя. Или они собирают войска, копят ресурсы, не знаю, какова причина их бездействия. Дружище, вот мы и добрались с тобой. Эта точка будет принадлежать нам и приносить огромное множество ресурсов. А я пока посмотрю, что происходит на первой точке. Тоже все спокойно. А, получается, мы уже выбились в лидеры. Черт, прикольно, мы уже в лидерах. Если у нас будет 3 точки, это офигенно много ресурсов. Правда, здесь захват происходит довольно медленно. Но он произошел! Почти. Стоп, нет, не произошел. Почему? Да, захватили. Даже дали ачивку «Хороший старт». Что ж, можно потихонечку переходить в наступление, я полагаю. Так, ребятки, собрались. Нам нужно заглянуть на огонек к красной базе. Да, они построили защитников. Чё ты пальцем указываешь? А, вот они где. Ребята, мы знаем, что будем делать. Блин, у них штандарт появился. Штандарт — это офигительная вещь, потому что она дает офигительные бонусы. Но вы знаете. В бой! В бой, в бой, в бой! Все атакуем! А я пока тоже попытаюсь немного посражаться. Но чё-то мне кажется, я быстро отъеду. Да и я не отличаюсь от остальных бойцов, в общем-то, ничем. Я такой же рядовой, как и все остальные. Черт, а мы победили? Ха-ха, это была легкая победа. Даже без потерь практически, но тут идут желтые. Что хотят желтые? Почему я не захватываю? Захватываю. Ребят, желтые, отойдите. Я понимаю, что вы хотите получить эту точку, но вы не хотите получить эту точку, иначе вы получите по лицу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, в бой. Мне нужно подкрепление здесь. Иначе будет беда. Так, создаем еще отряд. Мне не хватает, к сожалению, денег на... что-либо еще. На какие-то прокачки. Все уходит на армию. Что-то я не в того вселился. Пропустите меня, пожалуйста. Я хочу в бой идти. Отойдите. Нет, не выходит. Ладно, выберем тогда первого. Вот такой стратегической карты, кстати, в Щелдволе немного и не хватает. Она реально дает много возможностей тактических. Иногда этого действительно недостаточно. А, чё я, блин? Чё я? Я побежал сам. Так, с ребятки. Давайте-ка присоединяйтесь ко мне, а. Вас много, вы сильны, вы хотите драться, я знаю. Во, услышали зов своего командира. А чем отличается боец с перьями на голове и без перьев на голове? Блин, захватили таки точку. Плохо. Вы видите, да, такой есть финтифлюшка на голове. Не знаю, есть разница между мной и им или нету. Надеюсь, мы все равны. А чё это вы убегаете? Ага, нифига, лучники. Давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка сначала с лучниками. Нет, не бегите за ними, вон лучники. Стоять! Куда же вы бежите, болваны? Они уже дерутся. Лучников убейте. Они бегут туда. Ладно, с лучниками я разберусь тогда. А ну стоять! Подлый трус, куда же ты собрался? Куда же ты собрался? Ага, все, засал, убегает. Лучники, они всегда так делают. Они постоянно... Нет, ну вы посмотрите на это создание мерзкое. Да сдохни же ты. Надо мне тоже побольше лучников сделать и... также мерзко воевать. Ладно, точка теперь будет нашей. Я надеюсь.
давайте, ребят, постоим тут, посмотрим, что стало с этой точкой. Она все еще наша, а тут нас разбили, к сожалению. Да, это очень плохо, и я даже не знаю, за что хвататься. Может быть, попробовать штурмануть вражескую базу, но я сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Так, ладно. Мне нужно увеличить снаряжение улучшенное неплохо, популяция, прочность ворот нам не нужна, штандарты. Ладно, я возьму штандарт и найму несколько бойцов. А на оставшиеся деньги я увеличу предел ресурсов до 1200. Немного, конечно, но неплохо. Так, у нас теперь есть штандарт, это радует. Присоединимся к своей главной армии и попробуем идти в штурм. А чё они стоят, не сражаются-то опять? Неужто они без меня... Блин, я один побежал. Ладно, стоп. Стоп. Иди присоединяйся к ним, а я возьму нового бойца, у которого есть еще энергия. В бой. С непривычки забываю. Привык, что в щелдволе они автоматом бегают за мной. Здесь же такого не прокатывает. Это ты мой или не свой? Или ты какой? Чужой? А, это мой, блин. Просто у него хп не осталось, он бежит домой регенерировать. Итак, битва выиграна, в общем-то, и целом. Это хорошо. Давайте соберемся в одну массивную кучу. Штандартер, давай-ка тоже присоединяйся. Пойдем попробуем сломать вражеские ворота. Че, битва происходит? Ах, ни хрена, тут желтые. А я-то слышу звуки битвы и не знал, откуда они доносятся. Я буду сражаться, я не буду как в щелдволе стоять в стороне. Блин, у них, похоже, прокачались уже бойцы. И да, наши просто развалились. Да, это очень жестко было сейчас. Минус точка одна. Плохо. Можно взять улучшенную экипировку, но тогда... Тогда я просто не смогу создать армию. Нам сейчас просто нужен большой отряд, который сможет вернуть мою точку законную. И, может быть, попробуем захватить даже третью точку ресурсную. Может быть, в этом будет какой-то смысл. Не знаю, пока главное отбить эту. В атаку идти точно смысла нет. С моим оружием, с моей экипировкой это будет поражение. Они зажгли огонь! В бой! Но у нас по-любому больше. Мы должны по-любасу выиграть здесь. Даже несмотря на то, что экипировка у нас прошлого поколения, в отличие от них. Да, это победка. Давай заколем его. Последнего. Все, отлично, молодцы, бойцы. Я чуть не погиб, но зато точка будет нашей. А я посмотрю, что происходит в мире вообще. Эту точку даже и не думаю трогать. Она абсолютно стоит на месте и ничего не делает. Так, с боевой опыт на поле битвы тоже может пригодиться. Блин, я не знаю, ресурсов мало, мне ни на что никогда не хватает. Тупо мало ресурсов. Если я брошу эту точку, ее могут захватить. Ну, блин, очень медленно ресурсы добываются. Ладно. Была не была, эта точка наша. Погнали через пещеры. Мне страшно туда заходить, там туман. Но зато это кратчайший путь к новым богатствам. Вот они. Желтых там немного. Они, возможно, сейчас пойдут захватывать ту точку, а мы захватим эту. Или они будут сражаться с красными. А, это красные были? Прикольно, они просто убежали. Они испугались желтых. Черт, что-то мне не нравится. Нет, давайте-ка мы тактически отступим. Их тут слишком много и не хочу терять свою армию. Нет, стоять. А как они стучат по щиту? Они, похоже, будут бить в спину. Ладно. Если битвы не избежать, нужно в битве принимать участие. Это неизбежно. Должно было когда-то произойти. Да. Как и моя смерть, в общем-то, и целом. У них мощные щиты, это ощущается. Денег у меня 540. Ну, давайте возьмем... Улучшенное снаряжение, наверное, пригодится. И начнем штамповать теперь бойцов с новыми мечами. И щитами. Поехали. Как же это дорого, елки-палки. Штандарт давайте возьмем. Хотя он пока не особо такие полезен. И сам я буду бегать со штандартом. Да, у нас теперь новые щиты, новые мечи. Штандартер не умеет бегать, в этом его проблема. Вот что. И да, надо прокачать опыт, полученный на поле битвы. Я совсем про это забыл. Тогда бойцы, по идее, должны быть сильнее. Что-то не идет у нас на данный момент. Так, мне не нравится штандартер, он слишком медленный, меня аж трясет от этого. Возьму другого бойца. А, вы пришли опять на мою точку. В бой, солдаты.
Не знаю, победим мы или нет, но у нас оружие круче, у них палки все еще. А у нас уже нормальные мечи. Убьешь там дотера? Они потеряют бафы. И мы должны победить. Хотя штандартер какой-то жесткий. Хе-хе, победил. Отлично, мы их отделали просто как щенков. Нормально. Новая экипировка очень крутая. Один боец решил эвакуироваться, мне не страшно. Пускай, это его право, а я прокачаю получение опыта на поле битвы. Да, полезная вещь. Дает бонусную стамину за каждый уровень, тоже хорошо. Ловкость ветеранов. Тут еще красные идут. О, желтые хотят забрать мое место. Нет, не надо. Нам нужны солдаты, мало солдатов. Что делать, блин, что делать? Ну, они стоят, просто готовятся, видимо. На нас с двух сторон постоянно нападают. Нет, чтобы сражаться за свою точку, которая находится здесь. Они пытаются постоянно меня задавить. Что это такое? Воу! Воу-воу! Да что с тобой, дружище? Ладно, переключись на другого. Надеюсь, с ним глюков не будет? Нет. Странный чувак, почему его так глючило? Не знаю, ладно, точка наша. Побежали следующую точку отбивать? Не знаю даже. Выбора не остается. Если у врага сейчас появится еще и новое оружие, не только щиты, это прям будет печально. Они не нападают. Они не нападают, да и ладно. Так, красные! Ну вы же даже не можете большой отряд создать. Короче, коплю деньги, друзья, сейчас большую сумму и пойду... С этими деньгами постараюсь захватить крепость красных. Потому что мне уже осточертело вот это бесконечное перетягивание каната. Мне не нравится. Слишком жестко, блин. Мы можем проиграть. Нет, не можем. Так, хорошо, сколько у нас есть денег? 447. Неплохая сумма. Можно нанять большой отряд. На все деньги. И пойдем в бой. Так, мы собрались. Пойдем штурмовать крепость. Давненько я этого не делал. Один чувак эвакуировался, мало хп. Но у нас тут большой отряд. Не знаю, получится ли разломать ворота. Если получится, и мы заполучим два замка, это прям будет большое преимущество над желтыми. Желтые все еще морозятся. Стоят. Чего они стоят, я не знаю. Это, видимо, баг или глюк какой-то. Но мне нравится он. Ребятки, со мной. Давайте выстроимся в красивую шеренгу. Ха-ха, вот это, блин, отряд. Я понимаю, отряд мечты. Такс. И пойдем в бой. Это был снимок для превьюшки. Домой хочешь, да? Домой, блин, у них лучников много. Черт. Давайте, отряд в бой. Надо будет тоже, может, лучников нанять в следующий штурм. Если этот штурм провалится. А пока просто кромсаем ворота. Сколько у них хп? О, камни еще сбрасывают, просто печально. Ну, а почти выломали, слушайте, ну как почти? Почти половину. Камни очень больно бьют, мои бойцы падают один за одним. Не знаю, сколько солдат осталось в нашем отряде, но их все меньше и меньше. Почти сломали, друзья. Следующий заход. Да что ты делаешь, мой чувак, что-то делает непонятное. Как-то странно он бьет. Ну, ворота сломаем по-любому. Внутрь, в бой! Может быть, даже получится победюкать их? Я не знаю. Сомневаюсь я, конечно, в этом, если честно. Пытался атаковать в спину, но ничего. Что со мной? Нихера меня отметелили. Да, вторжение провалилось. Желтые захватили точку под шумок. Вот какие мерзавцы, а. Подло, это было подло и хитро, но они это сделали. Ладно, армия готова. Может быть, красные перейдут в контрнаступление, я не знаю. Так, ладно, этот отряд отправляется сюда. Я возьму одного буквально или двух бойцов, отправлю на эту точку. Просто, чтобы ее захватить. Может быть, желтые уже ее покинули. Не знаю. Ладно. Сейчас главная цель. Да, желтых там нету, слушайте, можно этим воспользоваться. Желтые с красными, похоже, сражаются. Видимо... Желтые хотят захватить крепость красных.
Мы выбили ворота, а они войдут на все готовенькое. Добро пожаловать, стало быть, да? Нет, 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 сейчас мы их накажем за такую дерзость. Они уже здесь, блин. Ребятки, 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 нам надо что-то делать. Блин, я сражаться не хочу здесь. У них, похоже, тоже уже мечи. Не могу отсюда рассмотреть. Они отступают, правильно делают. Точка уже наша. Красные идут. Пускай, пускай красные идут. Мы сейчас воспользуемся этим и зайдем к красным, захватим их замок. Это супер хитрый план, на самом деле. Не знаю, побегут ли красные домой. Но пока я дойду до этого замка, пройдет 1000 лет. Супер медленно. Ладно, там идет какая-то битва, экшончик. Сейчас мы в него включимся. Чё ты камень взял-то? Куда ты его бросать? А, это строитель. Ага, не попадете в меня. Ворота починены немножечко. Но нас пускают. Серьезно, вот так вот. Добро пожаловать, заходите. Нападаем, нападаем, нападаем. А они в первую очередь на лучников побежали. Что ж, это неплохое решение, я думаю. Я пойду порублю лучников. А то они могут неплохо нас расстрелять. Или сначала штандартера надо все-таки забрать. Ну, в спину. Зря поворачиваешься, друг. Ага, попробуй его догони еще. Да, сдохни уже, отлично. Без потери, друзья, мы отделали их. База потихонечку начинает захватываться. А мне нужно подняться наверх. Здорово, лучники! Вы последнее, что отделяет этот замок от гибели. Ну, точнее, от захвата. Инженер, ты не сможешь бросать камни, понимаешь? Ты не можешь бросать камни с такого расстояния. Каков? Посмотрите на него. Блин, сейчас его ловить еще полчаса. Да, стой. Да сволочь ты какая. Уворачивается, блин, постоянно. Ладно, нам нужно захватить базу просто. Сдохни. Прыгает, скачет, блин, как будто и ХП подрегенил себе. Ладно, я начинаю захватывать базу. Сражайтесь. Этот камень, насколько я знаю, регенерирует. Он реально подошел, восстановил ХП и все. Так, нам нужны еще солдаты. Этого может быть мало, тупо может быть мало. Желтые все еще владеют базой. Нам нужно захватить базу. А желтые к нам ломятся, ни хрена себе. Вот это поворот событий. Вот это поворот-разворот. Ребята, мы не позволим сломать наши ворота. Открыть ворота. Как открыть ворота? Блин, а как открыть ворота? Я не знаю, не помню. Жестко, ладно, попробую забежать наверх. Может быть, там где-то есть какой-то рычаг. Тупо не помню, хоть убейте меня. Не помню, как открывать ворота. Похоже, ворота нам выломают стопудово. Я могу спрыгнуть, типа прыжок веры, да? И начать бить их, но мои бойцы не прыгнут за мной. Вот в чем дело. Ладно, посмотрим пока, что происходит тут. Отлично. Захват базы происходит. Великолепно просто. А, цифра это показывает, сколько ресурсов добываться будет с той или иной точки. Вот для чего нужна эта цифра. Я вспомнил. Десятка, семерка и десятка. Неплохо. У красных 2 семерки. Они захватили, смотрите. Зачем они это делали? Не совсем понятно на самом деле. Так, надо лимит увеличить, популяцию. Но это потом, когда будут деньги. Битва, я смотрю, началась. Хорошо. Тот отряд пускай и сидит там и просто охраняет новую крепость. Красные, смотрите-ка, сюда еще и красные идут. Вам тут что, медом намазано или что? Идите, красные, попытайтесь захватить замок желтых. Этот замок вам принадлежать уже не будет никогда. Вы просто смиритесь с этим. Ну да, им печально. Если они сейчас потеряют свой отряд, это просто потеря всего будет, по сути. Это гейм-овер для красных. Я их прекрасно понимаю, хотя ресурсы они постепенно накапливают. Вот в чем дело. 2 точки у них есть, но зачем эти точки, неизвестно. Так, мы здесь. Куда пойдут красные? Может быть, они сюда пришли, нифига себе. Такс. Еще 2 бойца, я не знаю. Победим, не победим их. Проигрываем, блин, это проигрыш будет. Красные раскачались. Откуда у них такие силы, я не знаю, блин. Просто разбили нас. Штандарт у них был. Может быть, в этом все дело. Но я не сдамся. Ребят, в бой, мы не сдадимся.
Так, мне бы инженер не помешал явно, чтобы отремонтировать ворота, но не хватает ресурсов на все. Стоять, стоять! Вам похилиться-то негде, да? У вас по половине хп, небось, у каждого. Они просто в испуге убегают. Или они дождутся подходящего момента и опять вылезут из своей пещеры и попытаются что-то сделать, не знаю. Стоим, ждем. Вон они, да. Стоят, думают, что делать. Ты куда бежишь, болван? Назад. Назад, назад, назад. Стойте, охраняйте. Тут еще красные. Откуда красные берутся, я не понимаю. У них же не было базы. Или они могут на этой точке тоже захватывать земли? Блин, я не знал об этом. Откуда красные войска-то взяли? С ума сойти. Тут еще два красных. Гоняемся, видимо, за лучником. Окей. Здесь мы должны победить. Что желтые делают? Че желтые заперлись у себя дома и ничего просто не предпринимают? Желтые, вступайте в войну. Мне нужна помощь с красными. Они прямо спавнят у себя на базе? Как? Это база же моя. Стоп, что за дичь? Как они могли спавнить прямо у себя на базе, если база моя? Что-то вот сейчас я вообще не понял. Как такое возможно, в принципе? Ладно, мы сейчас... Они захватили ее, они появились прямо на моей базе, начали ее захватывать и довольные. Пипец. Чё-то как-то жестко. Мы лишились крепости на ровном месте из воздуха. Так, ребятки. Собрались. Не допустим этого, захватим точку, лишим красных ресурсов и снова обретем контроль над их замком, потому что, ну, это никуда не годится. Вообще никуда. Пипец, два бойца моих все еще сражаются отчаянно. Молодцы, могу их за это только похвалить, этих бойцов я трогать не буду. Опасно слишком. Все, захват прошел успешно. Да, елки-палки. Идем в бой дальше. Тот замок должен быть наш. Да, они уже и знамена свои повесили. И ворота начали восстанавливать. Мне это не нравится. Не знаю, хватит ли сил. Может быть, у красных куча денег, и они могут себе позволить нанимать войска. Да, нет, остался один красный. И то в ужасе убегает. Еще один красный. Это, похоже, последнее, что у них есть. Все, выбесили меня, красные выбесили. Раньше меня бесили желтые, сейчас же меня бесят красные. Желтые отступили, отлично. Да, блин, он сейчас будет опять убегать 1000 лет. Кусок мяса болванистый. Забили его палками, отлично. Сюда, ребят, чтобы быстрее точка захватывалась. Захватим это место. Потом захватим это место и будем переходить к штурму желтых, пока я просто не успеваю. Ресурсов банально не хватает. Увеличенная популяция. Хотелось бы. Но нету денег, нам все не хватает денег. Горн. Штандарты получают активную способность. Почему бы это не взять? А давайте. Улучшенное снаряжение стоит супер дорого. Так, нам бы еще вот эту хреноту захватить. Че она красная? Давайте ее сломаем. До сих пор не понимаю, что делает эта штука. Что она делает? Каждый удар снимает одно деление. Но что это такое и для чего оно нужно, я не знаю. Все, сломали. Штандарты красные. Может быть, нужно эти штандарты захватить как-то, и тогда... Они не смогут появляться, наконец-таки, на моей базе. Оба-на, там желтые что-то планируют. Да, желтые захватили, наконец-таки, эту точку. Сейчас наш главный враг — это желтые. Да, со штандартами ничего не получается. Короче, идем. Надо эту точку забрать себе, даже сделаю так. Отправлю бойцов сюда. Посмотрим, что будут делать желтые, откуда они нападут. Популяцию можно уже увеличить. Наймем еще несколько солдат. Ну как несколько, это довольно большой отряд. Отправим его сюда на защиту. Сами захватим эту точку. Все точки защищены, потом мы эту армию объединим в одну большую кучу и отправимся крушить замок желтых. Если, конечно, все получится. Да, желтые здесь. Угадал, нормально. Но все еще с палками. Но все еще с палками, месим их. Ха-ха!
Давайте, давайте, давайте. Это должна быть победа. Легионеры, любой ценой. Победить. Фух. Неплохо, неплохо. Вышло неплохо. Да, не без потерь. Да, кто-то погиб, кто-то никогда уже не будет жить, не вернется к семье и жене с детьми, но зато это победа. Отлично. Так, у нас не хватает 3 бойцов до полного комплекта. Что ж, я могу даже, наверное, взять еще увеличенную популяцию. И собрать супербольшую армию. Отправим мы ее сюда. Эти войска я даже не знаю, куда отправлять. А давайте сюда. Объединимся. И начнется настоящий великий штурм крепости желтых. Ресурсов им по-любому не хватит, ну потому что... а где им взять столько ресурсов, чтобы защищаться? Непонятно, да? Ладно, собираю все в единый кулак. И нанесем удар. Последний и сокрушительный. Так, каждый уровень штандарта... У меня штандарта, походу, нету, да? Я штандарт не купил. Войско собрало, штандарта нету. Вот так печаль, беда. Дает бонусный урон. А давайте бонусный урон еще возьмем за каждый уровень. Не знаю, какого уровня. Походу, они все первого уровня, судя по цифрам. Это плохо. Ну ладно. Может, во время штурма крепости получат они новый левел, было бы кстати. Так, ну и вот тут такая... Нет, у нас есть штандарт. Такая армия у нас получилась. Она выглядит сногсшибательно. Вот это я понимаю. Чисто армия мечты. Посмотрите на них, на этих красавцев. В бой! Хе-хе-хе, желтые! Желтые, желтые! Дядя Саша идет в гости. А один чувак решил остаться. Типа, ему это не нужна война. Он просто пацифист. Плевать, он хотел на войны. Он хочет увидеть жену и детей все-таки. Хреново из него солдат получился, вот что я могу сказать. И шлемы наши хреново защищают от булыжников. И от стрел, в общем-то, тоже. С одной стрелы некоторые бойцы погибают. Это же нечестно. Так, я уже с кем-то драться начинаю, судя по всему, за воротами. Ладно, ломайтесь, ломитесь внутрь. А вы все погибли, пипец. Некоторые стояли здесь, почему они стояли? Они, похоже, получили урон и вернулись назад. Ну а зато мы внутри уже. Мы, друзья, уже внутри. Чё я не нанял-то войска? Многих мы потеряли своих товарищей, но да ладно. Ворота сломаны, это главное. Всегда основные потери происходят как раз-таки при штурме. У меня остается 2 минуты для того, чтобы захватить вражескую крепость. Я не знаю, получится ли. Да, с такими темпами не получится, если я буду забывать... Собирать войско. Побежали, ребята. Это мой косяк, извините. 2 минуты. 2 минуты. Чувак, ты во всем виноват. Ты запудрил мне мозги и... Я не нажал кнопку F. 1,5 минуты. Жесть какая. Я буду слишком долго идти. Да, битва происходит. Кто-то сражается, кто-то убегает в панике. Желтые держали огромное войско за своими стенами. И там просто гора трупов, гора кирпичей, целая куча лучников. В бой? Так, посмотрим, есть ли там бойцы еще мои. Да, они все поудирали куда-то. Жесть. Потеряли огромное войско. Ну ладно, я не сдаюсь. Че уж там, я не сдаюсь. Штандарт возьмем. Большой отряд. Внутрь. А эти пускай пока штурмуют. Да, нас немного. Они ворота уже починили, с ума сойти. Но забыли несколько своих бойцов здесь. А чё они стали-то, не пошли в бой? Минута остается. Эх. Да, у них тупо 7 лучников, посмотрите. Они все стены заставили лучниками, вон. Тупо в оборону ушли. Ну, их сложно, конечно, в таком виде побеждать. Только если как-то врываться внутрь. Еще этот чертов архитектор ремонтирует супербыстро ворота. Но у них рано или поздно же деньги должны закончиться. По идее. Хотя не закончатся уже. Осталось 1/2 минуты. Ну, может, ворота хоть успею сломать. Ха-ха.
Я не знаю, но победа должна быть. Мы контролируем все точки, кроме этого замка. По-любому мы должны побеждать здесь. Не знаю, чего мне не хватило в какой-то момент. Слишком долго возился с красными. Может быть, нужно было больше прокачать свой отряд? Да и лучники какие-то дикие. Мы прорвались, да, хорошо, но это конец. И это... Сан побеждает! Отлично, друзья, это победка все-таки. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. До новых встреч, удачи, пока.